Всем привет, меня зовут Ариша, рада видеть вас на своем маленьком книжном канале. Я еще не знаю, как я назову это видео, в принципе, как и всегда, я просто хочу, чтобы вы провели этот день со мной. Так или иначе, у нас главная тема видео все равно будет, и это роман Ивана Ефремова «Лезвие бритвы». Я уже упоминала как-то о том, что сейчас читаю эту книгу, и мне до конца осталось буквально... Ну, где-то страниц 140, я думаю, что за сегодня, максимум за завтра мы с этим обязательно справимся, и я с вами уже поделюсь своими окончательными мыслями от прочитанного. Разумеется, без посвящения в какие-то детали сюжета, потому что сама не люблю, когда раскрываются сюжетные повороты, и мне больше интересно слушать о эмоциях и впечатлениях читающего. Да. Собственно, исходя из этого, я и определяю для себя, стоит ли мне покупать ту или иную книгу или нет. Наверняка вы спросите, почему я просто не расскажу про Ефремова в отдельном видео о прочитанном. Но так получилось, что этот март для меня очень напряженный и тяжелый месяц во многих сферах жизни, поэтому я не уверена, что у меня будет достаточно времени для чтения. И я не уверена, что наберется ли у меня достойное количество книг для того, чтобы рассказать о них в прочитанном. Разумеется, если все пойдет хорошо по плану, то, разумеется, сниму отдельное видео и вам уже расскажу о каких-то еще книгах, которые я планировала читать. Но так или иначе. Собственно, что у нас сегодня по планам? Это, разумеется, чтение «Лезвия бритвы». И также у меня еще назначена сегодня пара встреч. Допустим, мы сейчас на обеде договорились встретиться с моей подругой. А после еще у меня будет вечерняя встреча с остальными своими подругами. Так что в перерывах между этими светскими мероприятиями обязательно будем с вами читать. Я вернулась домой, у меня на обед был английский завтрак. Но я ни о чем не жалею, мне было вкусно, да и к тому же там подавали действительно хороший кофе. Я прочитала еще 30 страниц и поймала себя на том, что у меня много мыслей о романе, все они сумбурные. Книга сама по себе объемная, 730 страниц, и там много героев, сюжетных моментов, а также проблемы тем, которые поднимаются на страницах этого романа. Так что я пожалела, что по ходу чтения не делала какие-то пометки для себя, поэтому мне срочно нужен план или, возможно, стоит набросать некоторые тезисы или даже написать рецензию, мини-рецензию, которую я, кстати, потом могу использовать, вернее, как использовать, выложить на своем телеграм-канале. Но об этом чуть позже, а сейчас я хотела с вами поговорить о том, что мне мои подруги сделали подарки, и я хотела бы показать, что там есть. Один из подарков мне сделала Тамара, это девушка, с которой мы сегодня обедали, а другой... мне сделала моя подруга еще с университетских времен, Полина, которая приезжала к нам сюда из Москвы на пару дней. Но это было еще относительно недавно. И мы должны были провести время вместе. Я, Полина и Анет, это также наша общая подруга с универа. Но так получилось, что я не смогла к ней присоединиться. Мне было не очень хорошо, но это не помешало Полине со мной увидеться там буквально минут на пять и передать этот прекрасный подарок. Так что я вам сейчас все покажу, расскажу. А затем мы обязательно с вами вернемся к Ефремову. И, наверное, эта часть видео будет интересна больше девушкам, потому что там все такое девчачье. С вашего позволения, я все заранее достала, потому что это было сложно из-за кота. Мы даже с ним немного поругались, потому что он прям вот активно мешался и еще пытался напасть на один из подарков кожаный.
своими когтями и зубами, а зная его, скажем так, склонность к кожным вещам, которые он любит портить, у меня случилась такая мини-паника. Собственно, давайте начнем с подарка от Тамары. В общем, я это заранее разложила. Здесь тканевая маска, патчи и гидрогелевая маска, если я не ошибаюсь. Обязательно это все в ближайшем времени попробую. Кстати, одна маска тоже есть от Полины, что очень хорошо, потому что я буквально на днях просматривала свои, скажем так, резервы масочные, и они редеют. И, кстати, вот по поводу этих патчей, я их раньше не пробовала, но слышала о том, что это классная вещь, и сама Тамара их очень хвалила. Также Тамара еще подарила крем для рук, их много не бывает, я их обычно распихиваю по разным сумкам, комнатам и так далее, потому что у меня очень сильно сохнут руки. Здесь также идет масло для губ от Divash, им пользуется Тамара, очень хвалила. И что мне больше всего понравилось, это карандаш для губ от Pupy, 004 оттенок True Lips. Я их уже попробовала, и он действительно классный. Здесь кремообразная текстура. И он не совсем коричневый, он скорее с фиолетовым подтоном. Может быть, когда-нибудь тоже на видео вы это увидите. И, собственно, подарок от Полины. Начнем, наверное, с этого потрясающего кокошника. Я, на самом деле, обожаю всякие аксессуары для волос и для головы. И даже сама думала купить себе что-то подобное. И, собственно, этот кокошник напал Мадара, но, слава богу, нигде никаких нет повреждений, иначе я бы очень сильно расстроилась. Так, дальше. Кстати, возможно, может быть, стоит снять с ним какое-нибудь видео, когда я люблю, когда я куплю книгу, про славянскую мифологию. А так вот, дальше подарок от Полины. Как я уже сказала, еще одна масочка. Крем для рук с котиком. Это скраб для тела от фирмы The Act. Мне она очень нравится. Я периодически сама делаю там покупки. Это скраб для тела, как я уже сказала. Здесь морская соль и кокос. В ближайшее время тоже попробую, хотя у меня очень много... это соляной скраб, бальзам для тела с кокосом. Не так, неправильно прочитала. Ну, в общем, в ближайшее время хочу попробовать, хотя у меня очень много открытых скрабов, но кто мне запретит использовать этот, правильно? Правильно, никто. Дальше идет вот такой вот парфюм, духи, если можно так сказать. Я их уже тоже попробовала, послушала. У них такой ненавязчивый легкий запах. Правда, оттеняет манго. И я думаю, что буду пользоваться ими дома, допустим, после ванны, или когда будут приходить гости, или просто для себя, как завершающий штрих. Я вообще считаю, что парфюм – это как раз-таки вещь, которая завершает твой образ, скажем так. И мне очень понравилось вот это травки. Сейчас открою, покажу. В общем, привет, это травки. Травки не просто чай, а друг-помощник с двумя суперсилами. Классный вкус и полезное действие. Чтобы настроиться на приятное состояние и позаботиться о себе. В этом конверте разные виды травок. Выбирайте свой любимый вкус или нужное действие. Итак, тут есть для бодрости, для спокойствия, для легкости, для детокса, имбирь и лимон, для красоты и для удовольствия. Здесь вот такие вот саше, пакетики. Кстати, я же сейчас как раз хотела сесть писать про роман «Лезвие бритвы» или просто его почитать наконец-то до конца. Там осталось вот страничек 100. И нужно сделать себе обязательно чай. Мы выберем либо для удовольствия, чтобы насладиться вкусом, либо для бодрости, для продуктивности. Собственно, вот такие вот были приятные подарки. Спасибо девчонкам, это вот правда, прям, ну, очень мило. Ладно, как я обещала, возвращаемся к Ефремову. Уже вечереет, свет немножечко уходит, поэтому я попыталась что-то придумать и соорудила здесь некую конструкцию, надеюсь, что будет, в принципе, неплохо. Но давайте к делу. Я закончила читать роман Ивана Ефремова «Лезвие бритвы», и концовка, конечно же, полностью перевернула мое восприятие этого романа, но об этом чуть позже.
Давайте по порядку. И начнем, пожалуй, с того, что я редко обращаю внимание на советскую фантастику, да и на фантастику в целом. Это не мой жанр, это больше по части моего папы. Но меня очень заинтриговала аннотация «Лезвие бритвы». И, возможно, это связано с тем, что в этот период времени мне хочется читать что-то приключенческое, почувствовать дух авантюризма, так сказать. И я изначально пыталась это найти в романе Джека Лондона «Сердца трех», но уже упоминала как-то в предыдущем видео, что отношение с той историей у меня не сложилось, что не скажешь про Ефремова. Ефрем же, или даже вернее аннотация, пообещали мне колоритных персонажей, путешествия по разным уголкам нашей планеты и раскрытие тайны древней короны, с которой связывают странные легенды. Но забегая немного вперед, скажу, что аннотация этой книги немного неверно передает основной сюжет истории или даже, можно сказать, вводит себя в заблуждение. То есть, когда я прочитала аннотацию, в моей голове была совершенно другая картина в духе Индианы Джонса. Я вот сейчас вам зачитаю аннотацию и чуть далее поясню. Так, действие романа «Лезвие бритвы» охватывает самые разные места нашей планеты. Россию, Италию, Индию и Африку. Ну, в целом, да, так оно и есть. Главный герой, молодой советский ученый Гирин, вместе с итальянским художником Чезаро Перелли пытаются разгадать тайну древней короны из неизвестного черного металла, найденной на дне океана и, возможно, принадлежавшей некогда Александру Македонскому. То есть, прочитав эту аннотацию, я подумала о том, что речь здесь будет идти о двух авантюристах, которые увлечены одной темой, а именно этой короной. Они объединяются и вместе отправляются на ее поиски. Но повествование совершенно уходит по другому пути. Это нужно прекрасно понимать. Я, кстати, немного себе тут помогла, как я говорила, набросала некий план и свои такие пометочки, поэтому я буду периодически подглядывать, чтобы не забыть сказать что-то важное. Так, и об этом, в принципе, я сказала. Да. Тогда продолжим. И я скажу, что книга представляет собой 4 части, плюс эпилог и пролог. И здесь нас ждет несколько сюжетных линий, которые между собой никак не переплетаются, по крайней мере, по началу. Так, допустим, в первой части нас знакомят с одним из главных героев. Это советский врач, ученый, и как он себя еще называл-то? Минуту. Психофизиолог Иван Гирин. Да. Нас знакомит с его жизнью, с его взглядами, с его окружением, среди которых можно найти тоже много интересных персонажей. Стоит здесь выделить Серафиму или же Симу. Это дружеский и любовный интерес нашего врача. Вторая часть книги показывает нам историю итальянцев, которые отправляются в Африку на поиски алмазов. Здесь стоит сделать акцент на трех персонажах. Это как раз-таки итальянский художник Чезаре Перелли, о котором уже говорилось в аннотации, его возлюбленная и модель Леа, и их подруга Сандра. Третья часть книги нам уже показывает две сюжетные линии. Первая — это история русского геолога Мстислава Ивернева и тайну его отца, скажем так. А другая арка принадлежит индийскому скульптору и его возлюбленной Тилотаме. Здесь стоит сказать о том, что все из этих сюжетных линий по-своему интересны и особенно. Тебе любопытно наблюдать за каждой из них. К тому же стоит, наверное, пару слов сказать и о персонажах. Они все очень яркие, колоритные, с какой-то изюминкой. И они очень запоминающиеся. И причем ты ими проникаешься, ты испытываешь к ним симпатию. Как будто ты находишься, знаешь, в группе со своими друзьями, скажем так. То есть это те люди, которые вот прям вызывают симпатию. Но при этом я скажу, я не знаю, ошибаюсь я или нет, но у меня сложилось такое впечатление, что это множество персонажей не прописаны на все 100%. Да, они по-своему интересны. Прописаны и взгляды, мысли, да. Но вот, наверное, сказать, чтобы вот настолько был хорош прописан персонаж, можно говорить только про Ивана Гирина. По крайней мере, мне показалось, что оно так. Собственно, четвертая глава — это та глава, которую я ждала очень долгое время. Там, собственно, происходит переплетение сюжетных линий наших персонажей и, разумеется, их встреча, которую я ждала, наверное, весь роман. Правда. Собственно, мы все прекрасно понимаем, что те или иные люди, которые были здесь представлены, они так или иначе имеют отношение к этой черной короне или могут оказать какую-то помощь при раскрытии этой тайны. Но, забегая вперед, скажу, что тут... Ну ладно, не буду об этом сейчас, скажу потом, чтобы не испортить какое-то впечатление от книги в целом. Так вот,
А так мы понимаем, что кто-то из этих людей нашел, обнаружил эту корону, кто-то почувствовал на себе ее влияние, кто-то разбирается в металлах, кто-то разбирается в человеческой психологии и работе человеческого мозга. То есть, читая, мы постепенно улавливаем эти взаимосвязи, что важно. Наверное, стоит сказать и о том, что роман читается очень легко. Ну, как по мне, язык вроде бы прост, но при этом он четок. И при этом написано все живо и увлекательно, я бы даже сказала, красиво. Особенно, когда речь идет про описание мест и чувств. По поводу мест. Здесь очень красиво описана Индия, ее культура и ее мировоззрение. Я, наверное, один из немногих людей, которые интересуются Индией и периодически люблю пересматривать старые индийские фильмы. Да, вы не ослышались, но именно старые, там 60-е, 70-е, 80-е годы. Иногда еще 90-е, но там мало что. Но ладно, я не знаю, зачем я об этом вам сказала, давайте просто продолжим. В нить повествования вплетено очень множество научных материалов, фактов, гипотез и теорий. При этом в романе поднимается много тем, которые злободневны и на сегодняшний момент, и тогда. И многие из этих тем, они интересны и простому обывателю, обычному человеку, потому что интересно над ними порассуждать. То есть ты можешь соглашаться с автором, можешь с ним спорить, но так или иначе те или иные мысли и высказывания тебя не оставят равнодушным. И я не буду лгать, скажу, что поначалу книга мне казалась какой-то большой сборной солянкой. Там было намешано как будто бы очень много всего, но со временем я пришла к выводу, что все это вплетено и смотрится очень органично. Мы понимаем, что имеем дело с умным человеком, с умным писателем, очень эрудированным человеком, который имеет багаж знаний, который хотел поделиться этим багажом с нами. Ну, по факту, в принципе, как и любой писатель и автор, который несет нам свою идею и мысль. И что еще стоит сказать? А сказать, наверное, стоит то, что на сегодняшний день, возможно, может показаться, что эта история несколько наивна. Здесь очень много удивительных случайностей и совпадений, которые на руку нашим главным героям. И несмотря на некоторые негативные аспекты в сюжете, которые происходят с героями, в частности, с женщинами, это было тяжело читать. И здесь были трагичные, кстати, моменты. Под конец я просто не могла унять слез. Я, наверное, прочувствовала всю эту боль и утрату вместе с героями. Но об этом потом. Я просто очень сентиментальна, и я обычно плачу и над героическими моментами, и над трагичными, и над разностными, и над любыми другими. Так вот, что я хотела сказать, что несмотря на вот эти все негативные моменты в сюжете, то, что творится с нашими героями, история сама-то по себе очень светлая и добрая. Читая ее, ты начинаешь верить, что зло всегда можно победить, что главное — это дружба, общность какая-то, отвага и честность. И я думаю, что такие книги стоит читать, особенно сейчас, когда в нашем мире и так много всего плохого. Но вот как раз-таки мы переходим к концовке. Почему у меня так переменилось восприятие этой книги? А переменилось это именно в той части, что это необычный приключенческий роман. Это нечто большее. И это большее нужно еще осмыслить. То есть я, наверное, еще несколько дней буду находиться под впечатлением и буду обдумывать и осмысливать все то, что я прочитала. И под конец мне показалось, что все то, что происходило на страницах романа, это некая декорация для того, чтобы автор донес для читателя главную мысль свою. А главную мысль, наверное, каждый найдет для себя сам. Я нашла информацию о том, что сам автор говорил, что это роман о духовном могуществе человека, о торжестве разума, о поисках красоты, любви и справедливости. Но при этом я увидела здесь и нечто большее. И не будем также забывать, что история была написана в 60-х годах 20 века в Советском Союзе. И книга, конечно, пронизана вот этой вот надежды на лучшее будущее не только для Советского Союза, но и для всех остальных. Это да. Что еще я хотела сказать? Это я сказала. Ну, в целом, вот какие-то основные моменты, тезис, который себе накидала, я сказала. Можно бы, конечно, было бы что-то еще добавить, но я боюсь наговорить лишнего или сделать, опять же, какую-то сборную солянку из моего повествования. Я просто скажу то, что мне книга понравилась. Я была очарована с первых страниц. И это та книга, которую я обязательно буду советовать. Советую я ее и вам.
Потому что, как я уже сказала ранее, такие книги нужно читать. И каждый для себя почерпнет какую-то интересную мысль. У меня на самом деле очень много закладочек по всей книге. Я выделяла какие-то интересные мысли, какие-то факты, которые, между прочим, перепроверяла, и они действительно так оно и есть. Просто красивые фразы. Просто какие-то заключения, которые были у меня уже давно в голове, но их кто-то озвучил. Но в целом мы поэтому книги читаем, они у нас откликаются. Так что да, книга определенно хороша, читайте, наслаждайтесь. Если вы ее читали или я вас заинтересовала, вы ее прочитаете, то обязательно пишите ниже, мне будет очень интересно и просто хочется ее с кем-то обсудить, с тем, кто ее читал, правда. А на этом мы будем, наверное, заканчивать, потому что время уже подходит к тому моменту, как мне нужно будет собираться на мое вечернее рандеву с подругами и, собственно, да, нужно бежать. Спасибо, что провели этот день со мной. Надеюсь, вам понравилось. Если это так, то ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь, и мы увидимся с вами совсем скоро в новых видео. Всем пока-пока!